Это качество быстрого размытия Гаусса? Или что за размытие? Дисплей размытия движения. Там радио просто. Качество. У меня бакет настроек. Пиздец. Ой, я здесь. А, предлагаю сделать спальники всем. Че, его будем ждать, где монахи? Давай подожди. Коня надо. Ну, пошли коня нормально. Надо там делать. Уйдет. Мне два сайта давайте, Руси. Обойдешься. Ты вижу. Только коня. И похит. А, не понимаю, подожди. А, вы прямо в доме, в лагере? Да, да. Ну, около. На этом острове. Понял. Булыжник. Ну ладно, у них хотя бы этот подъед. А вот эти монеты, зачем они нужны? Какие монеты? А, это банага. Ну, у меня 350 монет сейчас. Ну, прокачать гильдию примерно можно. Все, копим монеты, копим. А где Дима, ты где? Да я тебе привез несколько не там. Бегу к вам. Умри, и за нами появись ближе. А? Умри, ближе появись. Блин, умирать это хайф, да такой себе. Пока ты бегишь, я за кофе скажу. Давай, давай. Затми хотя бы подать свой. Хотелось бы где-то построиться, но из-за того, что территория неровная, оно получается вообще хреново. Пару мест только можно типа нормально построиться. У нас это, как говорится, идет ознакомительная вводная. Вот. Так, что делать? А ты ее не должен относить. Потом успел.
Чертежи, что-то где-то можно изучить, да? Где это что пропустить? Дима, ты где обитаешь? Да я сас, я заблудился. Давай мы тебя встретим, у нас уже психоз. Окей, езжайте. Координаты 2050 на 1800. 1008. Так, 2050, да? Ох ты мать твою. Ну, ты что сейчас там забыл объяснить? Ох, ни хрена, че... Дима, что ты забыл? Ты бы уже суициднулся, понимаешь? В смысле, вы чего? 2050? Как это там я сказал? Ты замок ходил, что буду... 1,5 километра. Хрена там расстояние. А здесь большая очень карта, ты видел? Ребят, я не понял, вы можете... Тихо, смесь речной бандит от Клагату, отмечен на карте речной бандит, один единственный. А, опс, сас, ребят, подождите. Ну да, сейчас посмотрим, туда расстояние. 7 километров. Это получается около 8 километров. Карта слева направо. Ну, километр почти, и там все, ну да, считай, 7-8 километров, слева направо. А если сверху вниз? Нашел, где мы же не замок штурмуем, там замок, я там вчера катался, там писец. Перепутал, ребята. К мосту подходишь, и сразу катапульта по тебе фигачит. Не понял, ты это где? Подожди, ты, значит, много чего не знаешь. Ты, похоже, много чего, ты к этому много что говорите. Тут город, короче, есть, замок разрушенный. А, я туда еще не лез, мне не было туда интересно туда ехать. Одному. Но я туда подходил вчера, думал посмотреть, что это за полянка, и оттуда... Катапульту начали фигачить, я быстренько ноги сделал. Слушай, а ты не перепутал с настоящими игроками? Кого? Ты с настоящими игроками не перепутал? Нет, ну там боты ходили, ты чё? Так, вот берег, бегу по берегу. А, вижу три коня. Ну да. Убеди, у меня такой клёвый молот есть, если ты бахнул. Окей, я жду тебя с нестерпением. Ты где, кстати? Как, кстати, гильдия ваша выглядит? Ребята. Ты чё, хвост за собой привёл? Привет, Ань! Вот там такой борзик. Здорово! А что твой 18 рубль, я уже не понял. Прикинь, он, короче, еще какой-то тип с ним. А как ты на спутника нашел? Ты гля, да его дикие эти, мне нравится. Как ты это сделал? Диман. Дима, ты что тебе? Как лазер? Как ты бутас его получил? Кого? Это бот? Сапозика. F4. Да, там где-то есть это. Вот, знать, хуять. Это блять, сон. Вот. Как наши. Как мои лошадки? Чиненные, во, ёпта. Ну ты как особо товарищ. Ты по нее? Знакомьтесь. Да, надо, наверное, пройти эту херню, блять, обучение, все, и тогда будет тоже вот такой. Я тоже себе делаю. Так, ребята, стой, идем на самую безопасную карту, идем. Место безопасное или такое? Да нормальное, там. Так, я поехал, я буду через полчаса.
Вон под фонтаном. Ну, поехали, да-да, это 2 минуты нам. Поехали. Ну, можно прям фонтан, водопад можно, слышишь? А, ты, то я вижу, ты знаешь об этом ниточку. Да. Ты туда хотел? Ну да, это самое безопасное место, как ты считаешь. Поехали. Там, кстати, свободно можно поехать. Да. Угу. Там, ну, там бандитов 20 уровень, 21 уровень. Убил. Ты что, бандит убиваешь? Ну, Игорь как раз убил одного бандита. А я убил одного. Ну да. Луком помогаем у нас. А как ты их убиваешь? Объясни мне, ты что, с помощью бота своего убиваешь? Не, бот обсес мой стоит, то есть он сдохнет от 3 ударов. А как ты его убил? Как ты их убиваешь? Я копье взял, Игорь стреляет. Ты копье взял? Да. А, ты типа блочишь, да, удары их не? Не, блочить обсе невозможно. А как ты это даже вучишь? Там 3 удара и падаешь. А, ну ты нас и был голый. Нет, в броне вот это деревянное был. Но у нас не полез, полез не те, кому надо. 17 уровень я убивал вчера. А. Я 16-го. А мы 14-го. А у него никакой был, у него золотой был, у него это напись. Не помню, что-то типа такого. А, тогда ты был выбор альфа или получается этот за главный командующий. На месте. Нет, главный командующий 20 какого-то там уровня. Нет. А, тогда нас ты альфа убил. Вот тебя встретил. Короче, понятно, долго там, да, их бить. Да нет, так. 14 я тоже видел. Чей это труп тут? Лёхина. Фила. Лёха, ты что, тебя убили? Молчит. А её то запрыгнуть не можем, а камень. Ты забегая куда попало, ты зайти. Надо стрелы, не стрелы. Нет, там, кстати, пещера классная. Я, блин, посмотрел так мельком, мне понравилось. Блять, стрел не мак. Ща несусь, где ты там? А, вижу. Сходи. Где ты там? Любой эти пехоту. Лег всего убить. Ау! Тебя попал. 35. Блять. Ты месяц урон нанес, Симон. 37 давно. Убился всего. Опять добил! В него попал или в тебя? Да, его. Опять добил его. А что с них падает? А, ты лу там деньги, соль. Все, я накормил это. Так, я к Моузе к вам присоединиться? Или нет? А где Леха? Да я выкинул его. А я могу приглашать? А, вы подали заявку на вступление. Ты разве не был к вам? Не. Ты куда пошла? Да у меня без мозгов. Ох, нихрена она орёт. Ё-мо, ты как... А, она заметили? На китайском? Как раз у меня она по сути погибла. Как раз, и будет нам идеально. Давай, сбивай ее удары. Механа, все, я отхожу. Это сколько у меня еще пыльно, вот эти твари? Около 5000 около. Да ладно. Нет, 20 000 это 10 000, это у лидера. А это не... Это как... Крафт что-то там прокачалось, да? Это получается где-то... Знание какое-то прокачалось.
кофе. Но у нее как-то низковато стрелы летают. О, убил одного. Да. Ай, промазал. О! Хочешь сюрприз? Все, все упали. Ну как убить из дома? Это мы пока бронзу не делаем. Ё-моё, сколько их тут? Там должно 5 штук быть. Нет, тут 8. Вперед! Бля, ну пещерка, конечно, прикольная. Дайте вы себе сами. Ох, я ему 70. Ну да. Ой-ой-ой, хпшка-то растаяла. Васенко. Саз, гильдийский, тотем на это поставь. Ну, это просто это маяк. Как там его активировать? А, вот, альты и пюпюсты.